Ребят, всем привет. Чё, с добрым утром можно сказать, у кого утро, у кого день, у кого уже ночь. Вот, сейчас, короче, пойду продавать вещь. Там Кекс бегает, Паша пришел, Паш, привет. Вот, короче, сейчас, короче, пойдем до челика, надо ему будет отдать все. Вот, ребят, кстати, я хотел вас рассказать о Авалоне. Ребят, есть такой сайт, Авалон называется, инвестиции. Ставишь денежку и ждешь. Она просто потом умножается на несколько денег. Просто уводите и все, и с кайфом живете. Кто хочет ставить, переходим в описание и смотрим ссылочку. Всем приятного дальше просмотра. Так, вот вам, ребят, продолжение ролика. У нас пятерочка. Скрытая реклама пятерочки. Сейчас идем, короче, до почты, ребят. Такие у нас влоги немножко. Как вы просили, я музыку подложу. Ну, если вы, конечно, слышите уже музыку, то это с кайфом. Значит, мой дружбан постарался хорошо. Так, ребят, я вам обещаю, выходные будут весело. Во-первых, либо в понедельник, либо в воскресенье выйдет ролик насчет хоккейной команды у нас в Перми. Это во-первых. А во-вторых, выходные попытаюсь сделать все с кайфом, объять, отдохнуть, как тогда отдыхали. Будут охеренные ролики, попытаюсь, короче, сделать. Вот. Ладно, ребят, видите, как мы уже у почты будем. Давайте. Ребята, продолжение влога. Он, видите, что с почты забрал. Так, ребят, я тут хоккейчик смотрю. У меня ставочка на Торпедо, Авангард Торпедо, может, вы видели. Я не знаю, как они сыграют, но 2-2 счет. Я очень переживаю за Торпедо, болею. Вот, ребят. Кто за кого болеет, пишите в комментарии. Вот. Сейчас, короче, увидите, как они играют. Я вам немного покажу. Так, ребят, давайте. Вот. Такие вот дела, короче. Ну, ставлю иногда ставочки так, небольшие. Вот. Может, выиграю сегодня. Ну, не знаю. Жду. Такие вот дела. Вот, короче, Ковальчук вроде на ваших глазах. Тренера. Торпеда. Вот. Сбрасывание, ребят. На Торпедо выиграю сбрасывание. 2-2. Как видите. Так, ребят, давайте без фокусов, пожалуйста. Ой, господи. С ними в натуре только на успокоительных сидеть. Ребят, вот честно. Кто любит хоккей, тот меня поймет, это 100%. Так, ладно, ребят, я пошел дальше хоккей смотреть. Ладно, дальнейшего хорошего вам просмотра. Моего дальше влога. Я... Точно вы увидите, выиграл я или нет. Будет продолжение, так что смотрите дальше. Ребят, всем привет. Как я говорил, что я вам покажу выплаты, если выиграю. Так вот, ребят, я вам показываю выплаты. Смотрите. Вот, ребят, выплаты. Ставка Спартак, получается, проиграл. 56 рублей проиграл. Потом ставка на КС Киберспорт 228 выигрыш. Авангард Комск Торпеда 466 выигрыш. 50 рублей все постоянно, ребят. Проигрыш. Принята ставка, это сегодня игра. И вот, получается 142 выигрыш. Лада выигрывал вчера. Вот, ребят, кто хочет со мной зарабатывать примерно так же, ставить всего 50 рублей и выигрывать 466 рублей. Вот, я вас не обманываю. Заходите, подписывайтесь на меня, буду рассказывать как. Вот, смотрите дальше вот. Ребят, еще раз всем привет. Сегодня еще раз приехал Пашу в гости. Метро играет тут. Вот, сейчас немного посидим, пойдем гулять. Так, смотрите дальше. Ребят, всем привет. Сейчас уже вечер. Можно видеть, у меня тут свет включен. Ребят, что сегодня у нас игры? Можете заметить, у меня там матч идет. Рига, получается, Рига Спартак 2-0. Я на Ригу, конечно, поставил, но вот проигрывает пока первый период. Ну, попозже узнаете, выиграли или нет. Но за сегодня я уже поднял две ставки. Сейчас я вам покажу. Говорю, кто хочет со мной также поднимать, пишите мне в сообщении ВКонтакте. Подписывайтесь на меня, и будем вместе все поднимать. Я анализирую матчи и уже выиграл почти 2000 рублей.
получается, закинул всего 500 рублей, уже 2 косаря поднял, ребят. Так что ставьте лайки, подписывайтесь и пишите мне сообщения. А вон, кстати, Локомотив ЦСКА начинается. Мы проигрываем, конечно, 1-0 Локомотиву. Вот, ребят, кто может это видеть. Вот, короче. Сейчас, короче, покажу вам выигрышные сегодняшним днем. 14.01.2021. Так, смотрите. Вот, ребят, смотрите, это принятые ставки. По 50 рублей, по 75, вон у ЦСКА стоит. Ну, это пока посмотрим, как пойдет. Вот, получается, сегодня выигрыш Мамонт и Югра, МХЛ, 3.55 коэффициент, 248 рублей к выигрышу, вон, ребят. Видите. Получается, потом на КС-ку проигрышная ставка, ну ладно. Авто Толпар, тоже МХЛ, 50 рублей, выигрыш 255. Ребят, кто так хочет, просто подписывайтесь на канал, я говорю, приходите ко мне, я вам все расскажу, все покажу, без проблем. Вот получается у нас 6,88, коэффициент 50 рублей тоже, ну там рублей 400 будет, 300, если выиграем. Потом Академия тоже 6 коэффициент, ребят, коэффициенты просто взлет, и не заходят, ребят, вот. Сами видите, типа, я вам сейчас даже покажу. Секундочку, тут крестик нашел. Вот, смотрите, мой счет просто на вот этом сайте. Ребят, ссылочка тоже будет в описании на него. Так что, ребят, закидывайте, ставьте через меня. Я вам буду все показывать, все рассказывать. Будете понимать, вот такие же суммы. Вот я даже вам покажу, сколько я закидывал на сайт. Сейчас, секунду. Чтоб вам не брать. Так, история платежей. Получается, успешная, видите, 250, успешная сотка, получается 350, потом успешная еще сотка, 450 и 550. 550 рублей, получается, вложил в этот сайт. Вот, видите, вывод, пока не завершена, жду вот выплаты. 550 рублей положил, и вот, как видите, на счету уже 1150. То есть, получается, 650 рублей я выиграл. Ребят, если вы скажете, это мало, но я только начал, я продолжу это делать, заниматься этим, и посмотрим, кто выиграет, а кто нет. Так что, шлите со мной зарабатывать деньги. Ребят, всем привет. Сегодня уже 15 часов. Мы на прическу не обращали внимания, недавно встал. Немного даже... Вот. Сегодня я сейчас покажу ставочки сегодняшние. И я дошел, короче, челика, который будет тоже помогать по ставкам. Так что переходите в его канал, телеграм-канал. Он будет вам подсказывать бесплатные ставки. Переходите, будет интересно, отвечаю. Ссылочка в описании. Всем привет. Сегодня я вам покажу вот этот канал, который, ребят, вам говорил. Денежный экспресс. Тут чел, короче, выкладывает всякие ставочки. Вы ставите на эту ставочку, выигрываете. Ставки бесплатные, но имейте в виду, он вам говорит, вы ставите за средние и выигрываете. Бесплатных ставок тут много. Чел нормальный, отличный, я с помощью него заработал, вы видели. Да, это заработки именно с него, он мне помогает, и я некоторые матчи сам ставлю. Анализирую и смотрю. Вон даже НХЛ-ка, пожалуйста, вот там. Каролина. Выигрывал, вот, пожалуйста. Так что, ребят, подписывайтесь на этот канал и зарабатывайте вместе с нами. С вами был Игорь Познавание. Удачи. Вот, до сегодняшней, ребят, ставки. Получается, Амур должен выиграть 50 рублей, вот поставлю. И Торпеда должен выиграть 50 рублей, поставлю. Вот, ребят, вчера, конечно, под вечер я поставил, получается, 3 ставки, вот, и все проиграл. 75, ЦСКА проиграл, я в шоке. Рига проиграла и Сталь проиграл. Вот, видите, такие вот дела. Да, бывают такие ставки, но косарек лежит, ребят. Так, вообще, ладно, ждем, короче. Вот. Что еще хотел сказать? Попозже. Пойду гулять, но не факт. Смотрим. Ребят, ждите видос на канале. На канале. Будет видос про хоккей, я вам говорил, в воскресенье я поеду на хоккей. Будет видос, посмотрим, сможет ли молот приками одолеть химик. Попробую взять интервью. Если получится, ребят, я все возможно пытаюсь сделать. Посниму всякие прикольные моментики. Вот. Ну, я вот так. Как-то, короче, как-то вот так.
типа компьютер, там телек на стоимость, прикажнесенько. Вот денежки лежит со столок. Скажи, что тут всего 4 сотки, всего 4 сотки. Ну хоть что-то, чем ничего. Вот, сегодня должен быть вывод. Так что, ребят, подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Игра Прознавай. Смотрите, скоро будет хоккей. Всем пока.